прыг. Отлично. Стараемся не прыгать на ноги, а проскальзывать. Кстати, чем влажнее пол скользит, тем удобнее делать бейс. Это однозначно. Вот. В закрытой позиции мы становимся на... со смещением. Вот. Руку обязательно держим в районе уха или плеча партнерши, вниз не опускаем. И делаем тот же самый бейсик. 7, 8, дабл кик, дабл кик, квик, квик, дабл кик, дабл кик, квик, квик. Можем разойтись на нем и сойтись. Вот. И коротенько по связке. Значит, делаем дабл кик бейсик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После этого опускаем руку, меняем пол и делаем степ, кик. Причем у нас упал да. Вниз, это подворачивает партнершу и вперед. Потом степ, кик. Да, опускаем партнершу. Степ, степ. Перехват партнерши в позицию. И после этого начинаем hold kick basic. Hold kick, hold kick, hold kick, hold kick, hold kick, hold kick, hold kick. В какой-то момент мы просто перехватываем партнерши и становимся face-to-face позицией. Вот. Сейчас, давай непрерывно покажем. А сходиться потом как? А, сходиться элементарно. Да. 7, 8, hold kick, hold kick, hold kick, double kick, double kick, double kick. Нам главное вовремя подменить basic. Вот, давайте непрерывно смех. 5, 6, 7, 8, дабл кик, дабл кик, квик, квик, степ, кик, степ, кик, квик, квик, пол, кик, пол, кик, квик, пол, кик, пол, кик, квик, квик. И сошлись.